Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В столице пройдет фестиваль циркового искусства. С 14 по 16 сентября в Москве пройдет фестиваль циркового искусства. Об этом сообщается на сайте мэрии. Фестиваль приурочен к юбилейной дате. Именно в 1919 году все цирки в России стали государственными. Артисты разных цирковых жанров покажут свои лучшие номера на бульварах столицы 14 и 15 сентября. А 16 сентября в Московском цирке Никулина пройдет юбилейное гала-шоу. На этом пока все. Еще больше интересных новостей читайте на сайте mymsk.online. Пока!